Итак, для того, чтобы сигнализация начала работать именно как сигнализация, я удерживал кнопку B до щелчка. В данный момент сигнализация, потому что я ее чуть-чуть поверешил. Для того, чтобы снять сигнализацию, есть замечательный код, который ее снимает. У каждой сигнализации он свой, и также его можно поставить таким, каким вы хотите. То есть, для того, чтобы сигнализация начала работать, повторяю, мы удерживаем кнопку B. В данный момент сигнализация находится в рабочем состоянии. Только кто-то захочет велосипед угнать, сразу работает сигнализация. Мне кажется, уже все соседи услышали, что у меня здесь какой-то новый прибор. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и покупайте себе такую замечательную вещь. Работает она, кстати, от батарейки Кроны. Напряжением 9 вольт. Можно также поставить ее на аккумулятор. Также Крону. Это намного выгоднее будет, потому что эта сирена не так и мало... Эта сирена очень много потребляет электроэнергии.